Что ж, привет, народ, мы продолжаем играть в Средиземье, Мордор, все дела. И будем выполнять как сюжетные, так и дополнительные задания. И проходить будем всю игру, очень много человека. Ну, он освободился, видите, мне дали плюс 10 за освобождение раба. То есть, смерть это тоже освобождение, в каком-то роде. Понимание разработчиков. Ладно, давайте поставим метку на карте, чтобы не просто блуждать где-то там в потемках. Давайте башню кузницы поставим. Я хочу найти вот башню кузницу, которая находится... Во! Как я понимаю, падать можно с любой высоты. Кстати, я еще прочел из комментариев, кто писал, что Ubisoft хотел в суд подать на игру, потому что она была слишком похожа на Ассасина. Как-то плевать, вот знаете, честно, я тут Ubisoft, конечно, нет, а игра похожа на Ассасина, но... Какая разница, похоже, это чисто с точки зрения игрока. Мне оно нравится, потому что играешь во что-то, знаете, такое привычное, понятное. Вот я играю сейчас, такое, знаете, такое ощущение, что все привычное, а при этом сеттинг-то другой. Хотя даже герой лазит, но просто посмотрите, он... Это чистый, это Альтаир, Эдсо, да это любой чувак, любой ассасин. Вот смотрите, это же Assassin's Creed, только круче, в разы. Потому что это Мордор. Не, ну скорее не круче, он просто другой, это другой ассасин. Перековать. Люмент, если вы не в бою. I see in Starmoon, like Ephildim, these stones splinter from a past half remembered or half forgotten. Возрождаться буду хорошо. В башку также можете ускорить события. Для этого выйти открыть путь. Нажмите ускорить события, означает смену времени суток. При нем завершится очередной этап борьбы уроков за власть и вырастут новые травы. Понятно, значит, мы должны еще собирать ганджубас. Ну это ладно, это уже так. Вот тут еще и Тильдин какой-то есть. И я хочу собрать и Тильдин, но пока что у меня не получалось. Давайте попробуем. Я понимаю, что для этого нужно становиться духом. Значит, это метка. Как его собирать? Я хочу его собрать, ну и как? А вот так. Нани хир Гелар Мордор. Хорошо, будем собирать все по этому. Тут, в принципе, собираемых предметов, как я понял, их не миллион. These Ithildin, Starmoon, forged of Mithril. They hold memories of the ancient past. The knowledge within may be fair or ill. Так, и как же... А, вот. Привыкаю, я еще немножко привыкаю к управлению, честно скажу. Трава, что ли? Так, и дальше ставим меточки. Так, это что? Это артефакт какой-то. Нам нужно отправиться, в принципе, сюда, к работорговцу. И это верхняя точка карты в данный момент, как бы, у нас... Ну, как я понимаю, это, отсюда еще можно выйти. Это продвинуться дальше по сюжету. То есть, давайте пока пойдем на верхнюю точку карты, как бы это логично, и потом уже пойдем вниз. И будем выполнять доп. Задания, ребят. Не волнуйтесь, я надолго в эту игру засел. Что же, я пришел из как бы колледжа, пришел с учебы. О, привет, ребятки! Давайте мы с вами поиграем. Давайте летсплей снимем по Майнкрафту. Нет, не хотите? Тогда я вас зарежу. Я вас зарежу всех. Урочи отродья. Убивать уроков. Видите, не дают мочить друг друга. А к Шерлоку мы вернемся, ребят. Кстати, я удивлен, что комментариев нет, одни лайки. Как бы, это, знаете, это молчаливое согласие, наверное, тех людей, которые играют. Ой-ой-ой, он подкрепление позвал. О, гринь-певец. А, то есть за него нам дадут какие-то бонусы. Это круто. Я просто экспериментирую, ребят, с нашими движениями. Знаете, как блок тут работает? Попроще, чем ассасин. Ассасин блок более такая штука, которая требует от тебя. Черт, я... Что же с моим вниманием произошло? У меня что-то просто на пальце прилипло, и оно мне мешает. Я не понять, что. Я даже не вижу, что это. Let me tend to your wounds, Ranger. I'm sure we can make them bleed a little more. У нас уже целых два тут следопытых.
ну, так сказать, командир местного отделения, местной бригады. Ненавидит проигрывать, что у него берсеркером стал. Так вас такую дистанционным оружием. Город Ясноглаз. Черт возьми. Это все, что он может сказать. А ему не надо говорить, он его стрелы за него все говорят. Черт возьми, чувак, да уйди ты из кадра, мешаешь, я драться хочу. Я просто всех хочу порезать. Черт, что, меня убили? Обучение последний шанс. Заведите курсор в кружок с помощью, а затем нажмите указанную кнопку, чтобы сбежать, потому что мне кажется, иначе. А нет, я живу, останусь. Так, убьем лучника, он не лишает. Глянь, что с клавиатурой. Черт. Нифига себе, у нас тут резня пошла. Возьми, столько тут много. Нет, реально надо бежать, ребят. Последний шанс, что ли? Черт, не успел. Паш. Что-то меня победил. Ладно, видимо, ввязываться убил вас. Черт, сила возросла, капитан. У него поединок с неизвестным. Победил, теперь он его заменил. Руки, которые оставят, могут бросить вызов кому-нибудь с капитаном и оспорить его место в армии Сарна. Если они победят, получат повышенную. Хорошо, а мне что дает? О, черт, это за победу. Здесь бы я всех их убил. Да. То я понимаю, такое наказание. И, блин, я встретил столько понятного, чего я не мог победить. Это же тонны капитана. Черт, нифига себе, они какого уровня. Вернуться в игру хочу. Давайте, верните меня. Я хочу отомстить. Быстрое перемещение. Я хочу отомстить за себя. Я не заслужил такой. Я все, я понял. Я больше не буду ввязываться в драке. Один на 10. Что это за темный экран? А, все нормально. Ладно, все-таки пойдем к артефакту и попробуем понять, не ввязываться в такие огромные драки. Pale reflections of the light of the two trees and memories of a lost kingdom. Это, мне показалось, это машина какая-то. Попробуем подраться с ними. Что мы теряем в конце концов? Если что, на этот раз мы знаем, что он делает. Бежать. Не дают драться особо. Нет, драться им довольно сложно. Ну, видимо, это высокого уровня, как-то рядом с вратами. Хочу хоть одного из них добить, потому что пока их стоит столько больше и больше. А, одного убил. Ну, зелененькие они послабее. Вот эти черные. Меня, кстати, пугают больше всего. О, очко способности. То, что нужно. Не зря обвязались. Так, вас достаточно для покупки, чтобы перейти в кассу, нажмите «Хорошо». Тратите очки опыта, новые мощные способности. Вмешивайтесь в борьбу за власть, чтобы набрать и открывать новые уровни. Хорошо. Базовые способности. Казнь. Когда счетчик серии ударов заряжен, нажмите, чтобы совершить казнь своего противника. Столкновение.
Убивать с ног, удар сверху. Теперь сразу его убиваю. А так, оглушать. О, оглушать. Мы это уже умеем, что ли? Надо попробовать Карагора, чтобы прыгнуть, кажется, и оседлать его. Это круто, конечно, но взрыв. Просто там так хорошо. Эльфийская ловкость. Нет, я, пожалуй, выберу вот этот удар сверху. Можем быть еще и вот это вот тогда тоже выбираю. Мирианга, которая использует для улучшения оружия, хорошо. Зарабатывать собирать. Я понял, я знаю, как собирать мирианы. Вот так вот это нам нужно еще. Дополнительные эльфийские стрелы. И, пожалуй, пока что это все, что у нас есть. Основные вот и, так сказать, прогресс. Мы идем к гимбалу, ребята. И да, пока что мы идем добывать артефакты, реликвии и все такое. Ой, человек. Собираем. Хранит воспоминания о морде. Найдите воспоминания, что можно затем нажмите, чтобы посмотреть его. Так, она маленькая, спец в ладони. Нашел. Икс. The situation is very confused. How is it confused? I see the prisoners escaping, running towards the gates, which seem to have blown open by sorcery or sabotage. Archer, stand down! Sir, we're not wasting good arrows on those people. They've served their purpose. They're damned. They're damned well out of my hair. Mordor can take the whole stinking lot of them. And send my compliments to the captain of the gates. I suppose he sent me this lockpick as some sort of joke. Понятно. Так, теперь какие у нас есть планы? Так, Итильдин. The last place we want to be is the one place we are doomed to stay. And the outcast fled into it to escape Gondor. And it is here that the Dark Lord will gather his armies like pieces on a game board, unless we stop him. И как я понимаю, кстати, вот то, что мы... Эта игра, это предшествие, это событие до, скажем так, до Властелина колец. Что-то это где-то внутри, но как туда пройти? Вот так. Это эльфийский колчан. Ну и не колчан еще. Даже не понял, где мы забрали эту штуку. Инаудир Эдиль. Их всего 32 на мир. Кстати, если подумать, мир мне кажется особо большим. Я думаю, что мы... Что... Я казалось, он будет намного больше и более открытым. Но не знаю. Опять же. Как посмотреть, так, сведения какие-то. Давайте посмотрим, что это за сведения такие бывают. Но игра интересна. Знаете, не плевать, это контент. Она интересная, к тому же тут есть сезон пасс, который я еще не приобрел. Ну что ж, получилось сегодня, поизучал, так сказать, как работать с камерой. Ну, многое из того, что я знал, многое из того, что я вспомнил, потому что с камерой я, должен сказать, работаю довольно маловато. Особенно в последнее время. Профессионально, я имею в виду, снимать видео на YouTube, это не работа с камерой. Ну, то, что я снимаю. Даже тебе, ну, даже для лайф-канала что-то, то, что я снимаю, это не работа с камерой. Yeah.
попасть в голову с такого расстояния уже проблематично. Так. Ну ладно, мы поистощаем еще врагов. Успеется, ребята. Не последний день в жизни живем. Идем за работорговцем, он уже недалеко. И врагов не избегаем, ребят, потому что, ну, вы сами видели. Все эти враги нам сослужат службу. Where was you earlier? Out hunting? Something just Они довольно слепые, кстати говоря, если подумать. Начать задание. Ну давайте. У торговца есть пленник, который что-то знает о черных полководцах. Найдите работорговца, освободите пленника и выясните, что ему известно. Ну давайте. Может, так бы за этим. Черт, они избивают кого-то. Надо помогать. Why use your human sight to track the Uruk? I see more than any mortal. Опознать Гимуба. Slay the orc captain. Cut off the head of the snake, and the body will wither. Понятно. Archers, I must take out the eyes of the camp. Ну, с лучниками я разберусь без проблем. Чего не подпрыгнуть вверх? У меня даже зарядка ноутбука подсвечена внизу. Не, разрядка. Так, назад, назад, назад. Труп нашли. Блин, почему они могут залезть сюда? А, на шиф нужно залезть. Лучай. Это все после его зарезать. Придется по-громкому. О, как ты стоишь, он, видите, он слепой. Да, стелс тут не очень сложный, но, кстати, это даже хорошо. Это добавляет к игре как-то, не знаю, удовольствие, что ли, простоты. Минус враг. Где же последний лучик? Я могу, кстати, снять командира вообще без проблем. О, последний нашел.